цели! Мы должны помочь дракону! Что? Мы проиграем гонку! Охотники на драконов — это когти Империума. Если они поймают его, его будут мучить. Мы обязаны остановить их. Арин, что сделали бы ниндзя? Мы спасем дракона! Вставай, вставай! Лава, лава! Лава выиграл! Лава молодец! Ну, мама Лобо, кто пустая жестянка? Теперь... Лава, лава! Ни к чему знать об этом происшествии. Ясно? Сюда, дружок! Что? Что это за мелюзга? Взять их! Похоже, гонка продолжается. Хорошо, что у нас в запасе есть турбоускорители. Взорвал эту штуку. В смысле, это ведь мы, так? Драконы, твари выносливые, выживет. А вот дети едва ли. Пойдемте, подберем это животное. Раньше он выглядел по-другому, нет? Стой! Как тебе это удалось? Честно сказать, сама не знаю. Но сейчас не время спрашивать. Сейчас время... Моя очередь. Будущий ниндзя, самоучка без мастера. Да! Ну почти. Мы как раз собирались. Ты подвел меня. Я этого не люблю. Ты знаешь, кто этот парень? Нолидей. Выглядит недружелюбно. Что? Как ты... Что они хотят с нами сделать? В любом случае, дракону придется хуже. Правда? Когти Империума пришли из Империума, как и я. А весь Империум питается энергией дракона. После слияния миров они могут охотиться на драконов повсюду. Но ведь эта энергия безопасна. Для кого? Ты сам видел глаза дракона. Он рвется на свободу, как я когда-то. Слушай, мы с тобой знакомы давно, и ты первоклассный техник, но... У меня нет ответа. Ты превратил СА Марк 1 в летающего робота в падении! Да, это было странно, верно?
Ну, можно сказать и так. Еще можно сказать потрясно. Невозможно, вопреки логике и физике. Это сделал дракон. Он пробудил что-то внутри меня. Какую-то силу. Вроде силы стихий, как у ниндзя. Я всегда об этом мечтал. Вода, огонь, лед. Не все в мире связано с твоими героями, Арин. Если ниндзя не могут вернуться в этот мир, я никогда не увижу своих родителей. Надежда — все, что мне осталось после слияния. Ну, одних надежд недостаточно. Мы не построим новый монастырь ниндзя в тюрьме Империума. Это называется монастырь Кружицу. Но ты права. О мечтах можно забыть. Эй, что? Стой! Ты же... Не может быть! Зеленый ниндзя? Кажется, эта маска принадлежит мне.